батько Романа Бойка – військовий. Родина часто змінювала місце проживання – гарнізон за гарнізоном. Сам Роман народився в Азербайджані. А коли хлопцю було 2 роки, сім'я приїхала до України. Роман мріяв стати військовим журналістом. Для реалізації своїх задумів спочатку закінчив Суворівське училище. З такою освітою було б легше вступити до омріяного вишу. Втім, розпався Союз, і хлопця навіть не допустили до складання іспитів. Тоді Роман Бойко приїхав до Миколаєва, де почалось його навчання в кораблебудівному інституті, після закінчення якого, як сам каже, пустив тут коріння. Спокійне життя офісного працівника закінчилось з розвитком подій на Київському майдані. Роман їздив до столиці, був серед мітингувальників. З одної сторони, понимание того, что деваться некуда, надо что-то с этим делать, бороться. С другой стороны, большой страх, потому что очень было опасно, очень страшно участвовать в этом всем, особенно в Николаеве. Или когда я приезжал в Киев, то чувствовал большую опасность, риск высокий, пока не добраться до Майдана. Уже на самом Майдане ты попадаешь как на другую территорию, в другую атмосферу, то там чувствуешь себя отлично. А вот сама поездка, чтобы добраться туда, было достаточно опасно, рискованно, страшно. Особенно вот в дни расстрела снайперов, вот эти, когда убивали десятками людей, я как раз в эти дни вот и поехал. До Києва Роман привез медикаменты. На Майдане прожив понад тиждень. Меня назначили завхозом, палатка открывалась возле КМДА во дворе. И прямо вот при мне меня поставили завхозом, я организовал открытие этой палатки, ее большой армейской, ее установление, отвечал за дрова, чтобы постоянно была кухня, за питание круглосуточно почти, до 2 часов ночи. С 6 утра до 2 ночи я организовал питание полностью, принимал гуманитарку, полностью обеспечивал где-то около 800 человек постоянным питанием, кроме тех, кто еще приходили. А за кілька днів після повернення до Миколаєва – нова поїздка до Криму. В той час там почалось блокування військових частин. І саме на день народження великого українського поета Тараса Шевченка Роман та ще 2 його товаришів вирушили до півострова. Я їхав в Севастополь в першу чергу, тому що я більше 10 років ежегодно по 2 рази в рік туди їздив відпочивати. Для мене це вважався один із любимих городів, где я постоянно отдыхал весной и осенью. Вот. А еще из-за того, что я понимал, что мы теряем Крым. И блокировались уже части. То есть я поехал с целью поддержать ребят в этих частях, передать им продукты. Ця поїздка не була легкою та спокійною. Вороже ставлення колись рідних кримчан було очевидним. Во-первых, меня очень сильно шокировало. Меня 3 раза останавливали, обыскивали, проверяли документы, проверяли вещи в Севастополе, в автобусе с Симферополя на Севастополь, когда мы ехали. Вот. Причем люди не милиция, а какие-то вообще непонятные люди. Из-за этого становилось страшно, что вдруг я чем-то им не понравлюсь, они меня куда-то отведут. А уже слухи ходили, что люди пропадали. А тем более со мной был вот друг из Западной Украины. И я вот это больше всего боялся за него. Сразу же ощущение вот с этих обысков, из-за того, что вокруг флаги России, у них там как раз флешмоб был, вывешивать российские флаги. И эти флаги с каждого здания, с каждого окна, с каждой автомобиля. Ну, не прям там вот, все прям с каждой, но очень-очень много этих российских флагов. И вот эти вот обыски, проверки, я воспринимал, вот как в фильмах показывают про немцев, про оккупацию, когда подпольщики, вот я себя реально чувствовал подпольщиком, мне было очень страшно. И особенно, когда мы приехали к памятнику Шевченко, это уже я в Севастополе узнал, что, оказывается, у него 200-летие, и сегодня как раз годовщина. Девушку встретили из Херсона, она сама приехала и ходила там с ленточкой желтоблокитной. Ее сбросили, когда она там ходила возле моря, с пристани, так его местные сбросили в воду. Вот, и она нам сказала, что вот собирается ехать к памятнику, и мы поехали вместе с ней. И увидели там вот это сборище вот этих пророссийских с флагами. То есть, весь мир празднует, это великий поэт.
весь мир празднует, отмечает, а они мешали. Після захоплення Криму звучали поодинокі висловлювання стосовно того, що Росія на цьому не зупиниться. От тільки вірити в подібне не хотілося. Были уже некоторые аналитики говорили о том, что я в феврале даже сам постил видео, где я говорил, что большая вероятность того, что Путин пойдет минимум Севастополь, максимум вся левобережная, правобережная Украина, я путаю постоянно. Правобережная, да? Что вся правобережная будет под его контролем. Но одно дело просто как бы прогнозировать, а другое дело, чтобы ты уже это воспринимал как само собой. Вот этого как само собой не было. Мы думали, что Крым и все. То, что Донецк, Луганск, то есть это не представлялось. Была такая опасность, было там все, но явно так, чтобы готовиться к этому, таких идей не возникало. Коли в Україні оголосили мобілізацію, Роман Бойко тверезо оцінив свої вміння, навички та знання вкупі з віком і вирішив податись до СБУ. Втім, через події, які розгорнулися в країні, до цієї служби нікого не брали. А за кілька днів зателефонували з військомату. Мені пропонували одразу ж, нічого не обговорюючи, так як у мене економічне образування, і я займався страховим учетом, бухгалтером пропонували прямо в воєнкоматі в Інгульському. Сегодня он Ингульский называется. И я принял это предложение, и таким образом меня мобилизовали. Вот. И там я был до мая. А потом у них начались сокращения. И они оставляли самых трудолюбивых там, или самых способных, которые больше всего подходили по их критериям. Я искал возможность уже с самого начала вот эти добровольческие батальоны, и я искал возможность как бы туда попасть. И тут как раз подвернулось, в областном военкомате нужны были компьютерщики, а я как раз компьютерщик, и я перевелся в областной военкомат. Обзванивал Донбасс, обзванивал другие добровольческие батальоны, но так, чтобы без проблем перевестись, очень сложно. Это разные ведомства, там МВД, там Министерство обороны, поэтому добровольческий батальон никак не получалось. А тут как раз в августе «Феникс» Бирюкова организовал. И как бы назывался добровольческий батальон. И вот на волне этого я написал рапорт в областном военкомате, чтобы меня перевели в этот добровольческий батальон. И когда дали добро, я приехал в 79-ку. Але там на Романа чекало розчарування. До омріяного добровольчого батальйону «Фенікс» вже нікого не брали. Начальник строєвої частини запропонував йти стрільцем до будь-якого з двох інших батальйонів бригади. Втім, і цього робити не довелось. Романа та ще одного чоловіка Артема взяли до зв'язківців, адже обидва добре знаються на комп'ютерах. Нас на наступний день вже чекав начальник зв'язі. Мы компьютерщики оба, а ему как раз такие люди нужны были. Одно дело, мы копали там, стреляли, сгнили бы, и он тоже, ему больше 40 лет, и нас взяли вот связисты, где мы конкретно, вот если брать 79-ю бригаду, наиболее полезны были для бригады именно в таком качестве, потому что мы быстро научились устанавливать, настраивать спутниковые антенны, ну, практически всегда были там пределы. Даже мне приходилось иногда сутки через сутки очень продолжительное время дежурить на боевом посту, именно 6 видов связи контролировать. И это происходило почти на передовой, там Тоненьке, там Орловка, это 15 километров от ДАПа. Вже за тиждень у складі першого батальйону 79-ї бригади Роман Бойко був в зоні АТО. А ще за 7 днів вирушив в рейд, який став легендою та про який згодом зняли документальний фільм. 9-та видвинулася п'ятидневний рейд по тилам противника, по суті, приграничная зона з Росією. В это время була велика опасность захвата Маріуполя, і для того, щоб оттянути сили, чтобы как-то напугать противника, был совершен этот рейд. И я в этом рейде, получается, со мной была рядом спутниковая антенна, и я на борту КамАЗа, прямо сверху там, напичканного полностью боеприпасами 79-ки, тротилом и так далее,
сверху. На этом всем вот я 5 дней ездил. Самый страшный момент, вот как я вот недавно еще раз прыгал, учебные сборы были в 79-й, я тоже в них участвовал в сентябре и совершил очередной прыжок. У меня в Суворовском были прыжки. И потом спустя 25 лет, я 25 лет мечтал о том, чтобы опять прыгнуть. Самый страшный момент – это когда летишь в самолете. Когда уже прыгнул, начинается кайф. Точно так же это. Страшно было ехать в поезде в АТО. Когда мы ночью остановились и долго стояли, и это было под Краматорском или там еще где-то. И нам говорили, оденьте бронежилеты, сейчас опасное место, где могут напасть. То есть когда ты находишься в каком-то таком месте, где у тебя нет свободы действий, и ты знаешь, что на тебя могут сейчас напасть, то тогда страшно. Вот такие моменты страшные. А когда ты уже на месте, когда это все, точно так же это. Мне был стоял выбор, или в батарее 5 дней провести, или на КамАЗе сверху. Я в батарее первый раз поехал, пробный был выезд. Мне совершенно не нравилось в темноте вот это сидеть все время и ждать, когда что-то бахнет. Мне больше понравилось ездить сверху, увидеть людей окружающих. Пусть это гораздо опаснее было, ну практически... Это вообще даже не сравнимо, насколько это опаснее. Но в то же время я себя чувствовал, понемножку к страху привыкаешь, он притупляется и нормально потом. Рейд тривав 5 днів. За цей час неодноразово зустрічались з ворогом. Тоді в одному з боїв було поранено колишнього командира бригади Олексія Шандера. Так, страх був, зізнається Роман, але, на щастя, контрольований. Паніка на війні, смерті подібна. Зі мною рядом був Ваня Вишневий. Он был связист первого бата. Ну, как бы я был командирован к первому бату, чтобы им помогать, разъяснять, рассказывать, как устанавливать эту спутниковую антенну, и вообще по связи. То есть там как бы в первом бате есть свои связисты, но меня туда командировали, и им помощь. Вот и Ваня Вишневый, это как раз народный герой Украины. Он киборг. Я там с ним как раз проходил вот, боевое крещение вместе мы. То он за меня говорил, что был мной удивлен, что во время вот этого боевого этого столкновения, зная о том, что я 25 лет назад только был в Суворовском училище, а он уже как бы до этого служил, то есть у него уже опыт есть, и он знает, как себя вести в подобных ситуациях, то был удивлен моим спокойным поведением, то, что я делал то, что надо делать, не растерялся. А что надо делать? Ну, в том случае противник был с их стороны, с их борта. Вот, машина едет, и в это время надо обстреливать лесополосу. Я, получается, с противоположной стороны, а не с той стороны. То он обстреливал, а мне попросил, чтобы я заряжал магазины. То есть у меня было желание тоже к тому борту перейти и тоже стрелять, но там было очень мало места, и мы бы друг другу мешали, и могли бы еще друг друга и пристрелить. Это то вот есть это. Каждый должен делать. Да, то есть я как бы оставался на своем месте, там, где находился, где мне было очень удобно для того, чтобы, если вдруг с противоположной стороны будет нападение, то я бы мог бы там уже тогда стрелять. То есть я находился там, где должен был находиться. В то же время спокойно выполнял то, что он попросил, заряжал магазины, потому что у него уже заканчивались патроны. 5-денна поїздка закінчилась в Краматорську. У 14-му році саме цей населений пункт Донецької області був тимчасовим місцем дислокації бригади. Попереду у Романа було ще багато виїздів, були і несподівані відкриття, але це зовсім інша історія.